Приветствую вас на канале «Цвет настроения». 2 октября 2021 года легендарному и одному из самых титулованных музыкантов современности Стингу исполнилось, в это сложно поверить, 70 лет. К этому солидному юбилею Стинг подошел в статусе многодетного отца и любящего деда. На сегодня у музыканта 6 детей, сын и дочь от первого брака с актрисой Фрэнсис Томмильти и 2 дочери и 2 сына от второго брака с актрисой Труди Стайлер. Однако ныне один из богатейших британских музыкантов Стинг в свое время немало шокировал общественность, заявив, что намерен лишить своих детей наследства. Со слов музыканта, он не желает обременять потомство собственными финансовыми делами. Как он пояснил в одном из интервью, богатство родителей – это зачастую тяжкая ноша для детей. Напомню, сам Стинг – выходец из бедной семьи молочника и медсестры. В детстве будущая звезда помогала отцу в его магазине. Позже работал кондуктором, налоговым инспектором, а окончив колледж, несколько лет преподавал английский язык. В ноябре 2021 года старшему сыну Стинга Джозефу Самнеру исполнится 45 лет. Он, как и отец, музыкант. Джо поет, пишет музыку, играет на бас-гитаре. Вместе с тем он соучредитель компании, которая занимается разработкой приложений, а также основатель футбольного клуба. Джозеф женат, у него 2 детей. Дочь Стинга, 39-летняя Фуксия Кэтрин, театральная актриса и продюсер. Она замужем, у нее есть дочка Елизавета. Еще одной дочери Стинга, Бриджит Мишель Самнер, 37. Она актриса. На сегодня в ее копилке больше 2 десятков фильмов и сериалов. Микки замужем за бизнесменом. У нее есть 5-летний сын. 36-летний сын Стинга Джейк Самнер стал режиссером и сценаристом документальных фильмов. Джейк очень рано женился. В этом году они с супругой Ханной отпраздновали 20-летие семейной жизни. У них 3 детей. Дочь Эллиот Паулина Самнер, свой 31 год, довольно успешная певица. На сегодня она работает уже над 3-м альбомом. Кроме того, ее можно увидеть в новом фильме «Бондианы. Не время умирать». Кажется, из всех детей Стинга его младшая дочь оказалась самой успешной. А самый младший из детей Стинга, Джакомо Люк Самнер, родился, когда музыканту было 45 лет. В декабре 2021 года ему исполнится 26 лет. На сегодня Джакомо выбрал направление моды и сотрудничает с несколькими модельными агентствами. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!